вам также известно, что по решению Джорг Кенеша, постановление Джорг Кенеша и указа президента наши миротворческие силы были введены для проведения миротворческих работ в Казахстане. Это было 7 января этого года. Сегодня, 14 января, наши миротворческие силы завершили свои миссии и выехали из территории Казахстана. Все личный состав, вся техника, целости и сохранности, действия и происшествия вернулись домой. И какие происшествия с участием наших солдат не происходило? Какой объект они там охраняли? Наши солдаты, миротворческие силы охраняли в Алмате ТЭЦ-2, который обеспечивает 70-80% теплом и электроэнергией весь город Алматы. То есть такой большой объект нам было доверено. И наши силы, средства охраняли, никаких происшествий, никаких личных происшествий не случилось. Абдурахман, Нурсан Саидов,